Коротенький прогнозик один будет сейчас у нас на канале FromBet, как всегда для вас, те, кто еще не успел забрать бонус на первый свой депозит в БК Малбет, по ссылочке в описании под этим видео переходите в наш Twitter, ссылочка на Малбет и промокод для того, чтобы получить свой первый бонусный депозит, находится там же, смотрите внизу в описании первой строкой. Матчик у нас, ребятки, матчик, не могу я их пропускать, не могу никак. Чемпионат Италии, серия А, Дженоа-Наполи. Дженоа-Наполи, конечно же, здесь Наполи явный фаворитище, но вы все знаете, на что я ставлю, когда я играю и вообще вижу матч с участием с Дженоа. Конечно же, первый тайм желтых карточек полторы больше. И сейчас нам наши партнеры предлагают первый тайм полторы желтые карточки, больше, коэффициентик 1.6. Отличный коэффициент. Кому мало и этого, то я не знаю. Посмотрим, мы отлично идем по ЖК в матчах с Дженоа. До этого было у нас 19 плюсов там, или 20 даже, 2 поражения. Потом было еще несколько плюсов в ряд и опять поражение. После же этого мы сделали еще с вами 2 плюса в ряд, и вот он, третий, попробуем осилить, попробуем сделать. Это будет отличная, сумасшедшая статистика, если и в этом матче Дженоа-Наполи в первом тайме будет полторы желтые карточки. Вот так вот, ребятки, кто любит лайв, ссылочка в описании под этим видео. На втором канале будет у нас также еще прогнозик на матчик. Сейчас скажу, какой. Барселона-Испаньол, чемпионат Испании, Ла Лига. Ссылочка в описании под этим видео. Переходите, жмите лайк, оставайтесь с FromBet.